Доброе утро всем. Мама, папа, Танюша, Игорь, Таня. Сегодня я всем передаю привет. Зина, Витя, девчонки все. Все, кто хотели бы в гости прийти. Ну, побудьте со мной в виртуальных гостях. Мне, конечно, очень как бы стесняюсь показать, ой, где мы тут живем, потому что еще не достроено, потому что очень много грязи и бардака. И это про таких, как мы говорим. Не можете стать положительным примером, так станьте страшным предупреждением. У нас ошибок больше, чем положительного опыта. Вот я даже в камеру смотреть ровно не могу, стесняюсь. А сейчас я дойду до нашего неудачного пруда и покажу, как он у нас не получился. И если Бог даст дожить до весны, наверное, мы его переделаем, и будет красиво. Ну что, пошли, да? Пошли со мной на прогулку. Так. Вот наш двор. Это клумбочка. Клумбочка. А эту клумбу я демонтировала. Здесь была еще одна клумба. Ну все, нету. Здесь будет площадочка со скамеечкой. Ну, наверное. Наверное, будет. Хотелось бы. Но пока нету. Пока нету. Так. Вот там вдали наши козы. Козла пока никак не отдадим. Вот он такой бодатый. Ну, надо бы его отдать. Ну, уже Дениска этому хозяину 3 раза ездила, его дома нету. Дал козла, теперь кормите его тут, поите. Ладно, идем дальше. А то сейчас закончится ресурс мой фотоаппарата. И так и не успею дойти до прудочка. Так, это наши помидорчики. Арочка. Розочка, вьющаяся. Хризантемки, помидорчики. Помидорчик высокий, он дружит с розочкой. Вот он там висит. Это у нас китайский можжевельник не прижился. И вот еще один не прижился. Ну я же говорю, не все так здорово люди показывают свое видео. Все вообще красота, прекрасота. А у нас больше не красота, чем красота. Ну, не все же сразу. Может, чем-то и похвастаться можно. Вот гуляю, уже ж можно похвастаться, что гуляю по свежему воздуху. Так, это такой самодельный мангал. Самодельный. В этом году он по назначению ни разу не использовался. Все как-то не до шашлыков. Куры наши орут, что-то возмущаются. Вроде еда у них там есть. Время, может, такое покукарекать. Так, это вчера Денис из козлятника выгреб, кучками сложил, теперь нужно будет его граблями растянуть, ну и потом, о, уже мигает, сейчас я не дойду и до прудочка. Так, идем. Это у нас шелковица. Так, шелковица. Это белье сушится, палеты. Снежноягодник. Там у нас мусорка. Мусорку мы проходим быстро. Вот. Вход на черный двор. Это все нужно переделывать. Но оно все в процессе. Вот. Может показаться, что просто яма. Ну да. Ну, недоделанная. Но было красиво. Вот. Форма неудачная. Форму надо изменять. Воду не держит. Надо в раствор намазать. Такое есть специальная добавка. И тогда оно будет держать воду. И вот кто еще себе не вырыл на огороде,
декоративный такой пруд. Так вот, еще он тут недоделанный, а лягушечки и ужи уже прискакали и приползли. То есть ужи здесь уже были, лягушечки зеленые поселились. Вот. Ну, зато цветочки. Цветочки вокруг сразу же. Это она уже все завяла, потому что морозы были сильные. Оно поздно, уже осенью сажала. Осенью, но успела процвести. Вот, осенью. Успела таки. Вот, смотрите-ка. Мам, смотри, вот. Чернобрывчик. Успел зацвести. Ну, кто-то там чирикает. Оно должно будет быть красиво. Здесь же куст красивый. Здесь цветочки можно будет посадить. Я там клубней уже много закопала. Тюльпанов. Но все нужно делать, переделывать. Воду, главное, не держит. Все. И на этом все. Фотоаппарат мигает. Фотоаппарат мигает. А вот ведь будет здорово, когда весной все сделается, переделается, и я сюда как приду с фотоаппаратом, как сниму, как здесь все будет красиво и полной водички. Ну и лягушечка наша, надеюсь, никуда не ускачет. Ну и ужик тоже, он нам не мешает. Вот. И будет красиво, и будет тогда видно. Вот как было, вот как стало. Вот. Ну что, все, выключаю. Опять что-то мигает фотоаппарат. Что в нем не так, не знаю, никак не разберусь. Ладно, все, до связи. На сегодня конец сегодняшней серии. О, водичка потекла, успею. Здесь у нас вот такой вот. Ой, падаю. Вот. Вот такой вот у нас здесь водопад. Он включается раз в 20 минут. Там такая система, он сам включается. И лишнюю воду отводит. У нас дома водопровод. Водопровод. И чтобы не переполнялась система водопроводная. Что здесь и пруд появился? Потому что, чтобы не переполнялась система водопроводная, вот воду куда-то надо отводить. И вот здесь такой фонтанчик красивый. Так что его обязательно надо довести до ума. И будет здорово. И будет здорово. Да? Ну все. Все, выключаю. Пока-пока. До следующей серии.